классно в магазине. Сейчас покажем, где он находится. Вообще супер, да? Есть? Ага. А, это он? А Фоня же хотел быть Халком. Ну да. Ну он ужасный, конечно. Он с батарейкой. Он а светит, еще и светится, глаза светятся. Ну он вообще и явно не для того, чтобы он прекрасный был. Глянь, сколько здесь всего интересного. Вентилятор какой классный. Сейчас как раз. А не брови там ничего. И вот это мне понравилось, просто батареек тут нету, я не знаю, как она работает. Ну возьми. И вот, да, да нет, возьми просто нашим поиграть детям сейчас. Это а их. Тут такие прям хорошенькие. А выбор так это вот, и на один Майнкрафт этот, 300 рублей стоит. Это глянь, какой вертолетик классный, Лол. Это... Тут, да, вот динозавров много. Мне еще вот это, слышишь, понравилось? Да. Вот, шариками, глянь, она дует, как вот у Веры слоник. Угу. Вот, видишь, она тоже интересная. Микрофон, это Калинин, такой микрофон. Куколки тут обалденные. Гля, какая красивая, Сержень. А? Я не знаю, какая она по качеству, но по виду она не смотрится на 550 рублей, да? Ну, вот как бы платье. На 552. Такое, на 560, да? Ой, Лол мальчик. Где? Вот, это Лол мальчик. Ох, вот ты, ё-моё, дожились, а. Мороженки. Лол мороженки. Карета какая красивая тоже. Вот, и тут еще одна комната. 3700. Да, 3700 на вечере. Глянь, тут автокресло есть. Да, столики какие, они тут все красивые. Сейчас еще покажем выход в магазин. Ой-ой-ой. И досточки, глянь, как они мне нравятся. Мне они нравятся. Подожди, подожди, еще пошли вот сюда для малышей зайдем. Сейчас, если коляска для девочек красивая будет. Для какая? Зайка, можно подумать, их никогда не было. Красивая. Так, что тут еще есть? Кресло есть, да? Ванночки. Кресло. Ой, а вот какая попрыгунчик надувная. 620 рублей на попрыгунчик. Здесь что еще есть? Вот мне еще нравится вот такой мотоцикл, если честно. Он электрический. А, да, он на... Ну, да, да, кнопки. А сколько же он стоит на аккумуляторе? А я посмотрела на вот такие машинки, они везде 2,5. Вот здесь вот 1700, ну, мотоциклики, вернее. Вот, ну, на двух колесах, вот это 1600, а везде 2,5, 2 точно. Вот этот магазин Панда, детский мир Панда. То есть, в общем, он находится, как ехать в роддом, в Динскую, в общем, повернуть на светофоре на роддом. Очень классный магазин. Накупили всего на 3700, и это на вечерю всем детям, учитывая, сколько у нас детей. Антоха Мустанца забрали, порепетировал, завтра в 4:30 идти на выступление, да, сынок? Что такое? Ты рад? Устал. Устал репетировать? Так, это у нас что, подготовка к карате к Новому году? Гадание, да? Это гадание называется? Да. Это называется, когда фантазия есть. Да, это кто дал идею? Фантазия, рука покойника. Дурной голове, дурной голове. Сержунька. Сейчас будем приклеить. Ну, она ж первый, блин, ком. Лишь бы она на ленточку, да? Так она, он его не снимет, не вытянет. Подожди, это сейчас ленточка? Вот сюда вот просто ее приклеить. Так ты бумажку приклеила. Я не бумажку, я ленточку. Я тебе говорю, ты бумажку. А я ленточку. Нет. Ниже. Еще три раза. Ниже 38. Папа. Ниже. Вот мне это нравится, Тима. Ты тоже будешь так? Я доедаю. 40. Все. Ура! Ты доедать не будешь? Нет. Все. Молодец. Антош, расскажи, как называется твоя прическа, Афонь? Курица.
Афоня говорит, я как у курицы сделал. Гребешки, да? Я не так, я только на здесь лечу. Что? Да.